Легусин гои иудаей то пилату, аксиумен то сон мегет хос, хосте аутон парастены то бематису кай акустхенной. Иудеи говорят Пилату, мы считаем или мы просим, наверное, мы полагаем, что в твоей власти, то сон мегет хос, в твоих силах, чтобы он, ну Иисус, аутон, явился к тобемати, то есть креслу или трону судейскому твоему, и чтобы он был, был выслушан, чтобы его допросили. Другой вариант. Кай эротхэ тхэней парасу, чтобы он был, чтобы ты его расспросил. Кай проскалисаминус аутус по пилатус легей. Эй патэ мой готипос дюнема эго, гегемон он басилея эксетасай. И позвав их, Пилат говорит: вы сказали, что я могу, будучи гегемоном, то есть, видимо, военачальником, царя допросить. Легус син ауто, гемейс у легомен басилея аутонейны, ал аутос геаутон легий. Они ему говорят: мы не утверждаем, что он царь, но он сам утверждает, что он царь. Проскалисаминус де его пилатус, тон кюрсура легий ауто, мета эпи эйкеес ахтхето го Иисус. Пилат, позвав тон курсора, то есть ну, вестника или просто курьера, гонца, говорит ему: пусть Иисус будет приведен мета эпиэкеэс, то есть буквально с милостью. Доброжелательно, вероятно, так. Экбас де гокурсор кай гнорисас аутон персекюнисен кай лабонто катхаплома тес херос ауту геплосен хамай кай леги ауто. Кюрие годе перепатесон кай эйселтхе готикалейсе го гегемон. А вот этот гонец, курсор, выйдя и узнав его, то есть Иисуса, поклонился ему и, взяв катхаплома, какая-то ткань, которая была намотана на его руку, взяв эту ткань, взяв этот платок, повязку, не знаю, катхаплома, он распластал ее по земле и сказал ему: Господи, вот так иди и входи. Хоть и колейся его гегемон, потому что тебя зовет гегемон. И донтас де его иудаи, его эпоисон, его кюрсор, катекраксанту пилату легонтес, диатихи по прайконос аутон элиусас эсэлтхин. Алгипо кюрсурос. Иудеи, увидевшие, что сделал вот этот гонец, курсор, закричали в адрес Пилата: почему не приказал, чтобы он вошел под присмотром гипо прайконос, Геральда, более высокого по званию, вероятно, чем курсор, но послал, чтобы это сделал курсор, чтобы это было сделано гипокурсорус. Кайгар го курсор тхасаминус аутон просекюнесе, кайто факиолион ауту гепносу хамай, кайхос басиле аутон перипатесей пипоекен. Ведь гонец, курсор, увидев его, ему поклонился.
и распластал по земле головную повязку, то факеолио, и так все устроил, чтобы он шел как царь.